Перед началом калибровки нужно отключить кровать от сети. Далее необходимо отщелкнуть вот эту защелку и снять ее полностью. После чего необходимо вытащить раз, два, три, четвертый вот этот штекер. Далее мы убираем матрас. И выравниваем кровать при помощи ручного привода. Данная ручка выглядит следующим образом. Ее нужно вставить в привод, открыть и выровнять кровать до лежачего положения. Вот так вот ровно должна получиться у вас кровать. Пульт мигает, нажимаем кратковременно в кровать. У нас пошли опускаться ноги. Калиброваться. Опустились в нижнее положение. Пульт до сих пор мигает. И начали подниматься ноги. В это время мы ожидаем, пока ноги сами выровняются. Ноги выровнялись. Теперь у нас спинная часть секции опустилась. И пульт все так же мигает. Дальше ничего не происходит. Теперь нам необходимо вставить штекер номер 2 или 4 обратно. Пульт мигает. Вставляем штекер обратно в свое гнездо. Пульт перестал мигать. Нажимаем кратковременно в кровать. Пульт не мигает. Пробуем переворот. Переворот у нас работает. Если мы сейчас нажмем в кресло, сначала уберется переворот, и кровать будет откалибрована. Убирается переворот, и кровать переходит в режим кресла. Пошли ноги, потом начнет подниматься голова. Вот одновременно идет переход. Кровать полностью рабочая. Нажимаем в кровать. Выравниваем ее. Можно ставить защитную планку обратно и возвращать матрас на место. Кровать откалибрована. Пульт больше не мигает. Возвращаем защитную планку на свое место. Кровать у нас откалибрована и полностью работает.